Купила сумку ему в подарок. На, это тебе. Так. Блин, мы опять коту забыли жидкий корм. Руки так болят. Так. Погода хорошая. Водичку Кубай взяли. Брокколи на... Ну, пока я хочу запеканку сделать. Это картошка с яйцом. Это салат. Зелень салата. Это папе взяли кушать. Выбрал. Вот это себе выбрал. Это к чаю. Так, тоже. Через маленькие узкие трубочки у него не получается кушать. Это вот получается, что чуть пошире. Хоть бы с ними все нормально получилось. Захарки печенье. Просто, по-моему, это самое дешевое печенье. Кстати, он их не очень ест. Ему нравятся обычные взрослые. Это яйца. Так, дальше. А дальше это тоже папина. Раз. Тоже папе питание. И хотя бы пусть завтракает ими. Так. Как они? Крылышки. Захарки взяли скакалку. И себе фисташки взяла. Вот эти очень нравятся. Захарки вот скакалку надо помыть. И дать ему, он очень любит со скакалками играться. Так как у меня нет времени сходить в магазин, ребенок пить хочет. Я прикрою тут. Сквозняк получается. Господи, я развлекался, ты меня вспоминает. И кота, знаете, это бывает больно так. Так как у меня нет времени сходить в магазин, то сейчас муж пока болеет. Я это сделала, я сходила. Купила себе штаны. Они мне большеватые. Вот такие вот. Они мне в длину большие. Они мне... Сбрюс! А то порвет. Они мне как бы... Зато все... Захарчик. Он думал, что не хочу. Спокойно можно присесть, все что угодно. В общем, это спортивные штаны, вот они. По бокам полосочки. Синие. И такие же черные. Точь в точь. Вот, Захаркой гулять сейчас вот. Вот такие вот. Не знаю, как стирать здесь. Вот здесь вот такой замок. Чтобы что-то не вывалилось, может быть, и удобно будет, я не знаю. Это, конечно, будет очень удобно. Те же ключи положить. Но так с первого раза руки уже не спрячешь. Дальше я себе купила. Такой, будь здоров, сынок. Такой сарафан. Он перевернут. Это на лето. Какая разница, что... Я очень сильно поправилась. Я уже говорила, что я пью таблетки и... Оказывается, даже на препарате Артра от хондроитин. Сынок, не тяни, пожалуйста. Такой сарафанчик. Оказывается, вот на хондроитине вот это тоже поправляются на нем. Все толще и толще. Вот такой сарафан на лето. И дальше кофточка. Антон, у меня не хватает вещей почему-то. Еле влезла даже в эту кофту. Как у тебя, да? У тебя две таких. Сиськи, сиськи. Не могу, большие. Даже молоко, то, что ушло, они сами по себе, ну, у меня уже большие.
Такая кофта. Следующая. Ну, вот это, чтобы просто тоже была. Со штанами, чтобы этим можно было одеть. Но она такая тепловатая. То, что было. Там выбора, знаешь, что в магазине особо. Вот это штаны. А это я взяла с джинсами. Мне нужно будет какую-то кофту купить. Майку, например, кофту купить. Джинсы здесь одела, здесь кофту или майку, и поверх вот эту хочу одевать. Закрывать свои, ну, жир, короче, свой закрывать. Вот так вот.